Можно ли излечиться от рака? В Кировской области на учете состоит более 35 тысяч пациентов с онкологическим заболеванием. Но рак – не приговор. Онкологическое заболевание, выявленное на ранних стадиях, поддается эффективному лечению. Важно, чтобы пациенты попадали к нам на ранней стадии заболевания, и только тогда мы сможем достигнуть стойкой ремиссии, а пациенты наши продолжат жить долгие годы своей повседневной жизнью. Коварство рака в том, что опухоль вызывает симптомы на поздних стадиях, когда лечение не так эффективно. Среди основных симптомов онкологи выделяют следующие. Ощущение слабости, потеря аппетита, изменения в пищеварении, снижение массы тела, неконтролируемое повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, непроходящая язва на коже, контактное кровянистое выделение из половых путей, кровь в кале и моче. На ранней стадии злокачественная опухоль диагностируется благодаря регулярным профилактическим осмотрам и диспансеризации. Лечащий врач, подозревая злокачественное новообразование, направляет пациента к онкологу. Если онколог подтверждает диагноз, начинается лечение. Не нужно бояться диагноза рак, нужно бояться запущенности болезни. Гораздо спокойнее знать, что ты здоров, чем пугаться при каждом упоминании слова «рак». Что же делать? Регулярно проходите профилактические осмотры у специалистов. Запишитесь на диспансеризацию. Ведите здоровый образ жизни. Следите за своим весом. Откажитесь от вредных привычек. При подозрении на рак не паникуйте. Пройдите полное обследование и внимательно прислушайтесь к рекомендациям врачей. Приходи в поликлинику по месту жительства и получи подтверждение, что ты здоров. Победи рак! Действуй!